Спасатели на катере вышли в Имеретинскую бухту и обнаружили двух маленьких дельфинов, попавших в кольцо рыболовецких сетей. Люди подошли к ним максимально близко, раздвинули сети и освободили детенышей. В прошлом году на подобные работы спасатели выезжали дважды, как и в предыдущий раз. Пострадавших Афалин неподалеку ждали другие дельфины. Завершив работу, спасатели прошли на катере вдоль берега и осмотрели другие рыболовецкие сети.